Привет, друзья! Привет! У нас очередное видео Back to School. Мы приехали в магазин Walmart, чтобы сделать кое-какие покупки. Самое главное, Никита, который у нас в этом году идет в школу, в киндергартен. Боится. Чуть-чуть боится. Так, ну и девчонкам надо еще кое-что купить. Пойдемте. Коли с нами нет, потому что ему не нравится то, что в Walmart продается. Он хочет покупать себе канцелярию в другом магазине. У нас вот такой список. Для каждого класса, для школы есть того, что нужно, принадлежности, именно для нашей школы. И вот мы пришли в ряды Back to School. Сразу папочки по 97 центов, это самые простые, да? Да нет, даже по 50 центов. А, это для локеров, Сонечка, сейчас мы сюда пойдем. Ты вот такие возьмешь, обычные, самые простенькие, да? Синие, желтые, бирюзовые. Можно внутри посмотреть? Так, ну... Ничего необычного, да? Мне нравятся вот такие яркие тетрадки. Так, вот такие обычные тетрадки по 25 центов. Спиральные. Самые дешевые, самые простые. Наверное, никому не нужно. Листья, наверное, красивые надо взять, да? Клей тебе взять, да? У Никиты самый будет базовый набор. Ему в школу ничего не нужно будет, но ему нужна будет дома канцелярия. Ты хочешь себе такой пенал взять, да? А может быть тебе синий взять, не фиолетовый? Слишком яркий. Мне кажется, синий получше. Покажи, какой он внутри. Так, ну, короче, обычная такая коробочка. Дома он будет хранить карандаши и фломастеры. Красивый. Есть еще черные. А можно такие, мне два? Серые, вернее. А зачем тебе два? А мне этот, кажется, нравится. Нужен, ну, бери. По 64 цента фломастеры. Обычные. Crazy Art. Я парочку упаковок возьму. Детям дома рисовать. Сонечка, положи. Смотрите, какая гигантская цветная бумага. Набор. Ого! Дети, давайте возьмем домой такой, посмотрите. Посмотрите, большой какой размер. Это же очень удобно. Еще плюс здесь есть наклейки, алфавит. Это не наклейки. А что это? Как вытаскивать и приклеивать клей. Ага, и можно? Все равно, я думаю, что можно взять. Классная бумага. Может быть, можно. Давай тетрадки посмотрим. Лизочка, смотри, какие в этом году композишн тетрадки. Общие, обычные. Видишь, какие красивые. Ты такую хочешь взять? Тебе только одна нужна, Никит. Ты такую возьмешь, да? Тебе нужно три. Три таких? Я могу взять одну. Давай помогу тебе вытащить ее. Так, могу. Кстати, вот этот бренд. Раньше этот бренд продавался только в магазине Target. Сейчас, наверное, в Walmart тоже продают. Лисочка, это узкая линейка, тебе нужно широкую. Ну, посмотри. Здесь написано все, да, колледж. Нам нужно найти Wide Roof, может быть, на другой стороне. Пойдемте на другую сторону. Здесь, я так понимаю, нет широкой линейки. А это что такое? А, это ароматизатор воздуха. Магнит и ароматизатор. Два в одном. Соня, ты не хочешь? Смотри, это, я думаю, что для локеров магниты с ароматом. То есть у тебя будет пахнуть в этом, в локере. Не хочешь взять себе магнитик какой-нибудь? Они, правда, не очень такие красивые. Мне можно раз как идет. Возьмешь? Это Galaxy. А, это Галактика? Да. Окей. Я выбирала, я бы выбрала пончик. Ого, гляньте, какой наборище, огромный краел. Мам, смотри, это вся 2,76, полка. Вот такая огромная. Это вся полка завалена. Я первый раз такое вижу. Такая огромная упаковка. Не, Никит, мы тебе лучше маленькую, но другого бренда возьмем. Эти не такие хорошие. Мы возьмем тебе, как его называют-то? Крайолу. Ножницы? Нет, тебе такие не нужны, это для взрослых. Сонечка, вот смотри, наборы для локеров. Ты можешь здесь взять, а можешь в Таргете посмотреть. Я смотри. Я вот это возьмешь. Есть такое зеркальце есть. Вот так, это полочка, кармашек. Доска, зеркало, магнитики и чем писать на доске. Ты думаешь, этого достаточно будет? Хорошо, давай дома посмотрим, какого он качества. Так, Сонечка, тебе альбом для рисования не нужен? Да, я пробую. Смотри, какие у него листки. Мне кажется, хорошее качество. А, нет, тонкие, да? Может быть, этот лучше. Мне кажется, это намного лучше, да? Это толстый. Или в Майклсе купим. Хорошо, бери.
Слушайте, вот пеналы. Соня, ты себе уже взяла, выбрала пеналы, да? Это самые простые здесь пеналы. Просто на замке и три дырки, да? Такие нам не нужны. Давай посмотрим, может быть, здесь что-то интересное есть в этом году. Вот, знаете, какие большие. Не? Тебе нравится твой пенал, который ты купила? Нет. Такой не нравится, да? Нет. Это вот совсем девчачьи-девчачьи. Ну, Лизочке уже хороший набор мы сделали. Опять зубастики. Только в этом году, гляньте, у зубастиков замки крупные. Так, это для мальчиков хорошие такие пенальчики. Коле надо было приехать, он не хотел, а мне кажется, что здесь ему было бы интересно. Да, здесь пенал классный. Какие пеналы. Лизочка, откроешь, посмотришь, что там внутри. Такой. Просто как кошелечек, да, без всяких этих кармашек. Ну, он держит форму. И очень яркий. Мама, смотри, видишь? А, пересыпаются шарики. Так, класс, так можно играть. Никита, ты куда полез? Вот это хочешь. Так, это тоже пенал такой, да? Соня, нравится? Если вам нужны такие, берите. На, Никит, на тебе. Никит, ну это девчачье. Мам, какое девчачье? Оно синее. Ну и что? Снег не девчачье. Это вот отсюда. Здесь много-много интересного есть в этом году. Радужные даже есть. Чисто мальчишечи. Лизочка, откроешь вот этот, покажешь? О, твердый. Какой он там внутри? Есть хоть какие-то? Ну ничего, абсолютно нет. Чтобы там можно было карандашики положить, кармашки какие-то, зацеплялочки. Обыкновенная штука. 3D. Мама, смотри. Что? Вот сейчас увидно, что он 3D. Клей мы уже купили, у нас есть. Никит, тебе нужно взять карандаши цветные. Ножнички. Тебе нужны ножницы? Ага. Ну, бери. Нам нужны обычные цветные карандаши. Здесь 24 цвета, Никите столько не нужно будет. Нам нужно 12 карандашей. Фломастеры, Crazy Art. Как ты думаешь, хорошие или плохие? Я не знаю. Тебе не нужны в этом году? Ты же не купила синенькие фломастеры. Или ты будешь хорошие? Какой-нибудь бренд. Ну, вот эти возьму. Ты думаешь, он хороший? Да, давай, почему нет? А, ты нашел, да? Угу. Бери 12 карандашей. Сонечка, если нужно, бери, потому что тебе фломастеры пригодятся. Это карандаши. Да, это карандаши. Есть клубы, да. Лизе мы купили, Никите я взяла фломастеры. Смотри. Набор, да? Здесь, короче, сразу в этом наборе крайоны, фломастеры, карандаши, клей, краски и еще такой клей. Ну, не знаю, я думаю, что лучше по отдельности все покупать. А вот пахнущие фломастеры. Соня, ты не хочешь те убрать, а вот эти купить пахнущие, у тебя когда-то были? Или от них нет никакого смысла в этом пахнущих? Детские. Да? Смысла практически нет. Так, а это что у нас для... Доски, Соня, мы же тебе взяли фломастеры для доски, на доске писать на белый. Мы уже взяли. Смотри, видишь, здесь они сразу с стиралками и двусторонние. Мам, смотри, какой набор. О, это игрушка. Сайенс. Наука. Здесь все для досок. Обычные доски. У нас дома есть огромная белая доска, и дети иногда ею пользуются. Что-то в этом году, глянь, здесь эти фломастеры, маркеры для доски, и у них сразу стиралки с этой стороны есть. Очень удобно. Что здесь? Шарпи. Сонь, фломастеры шарпи, может быть, те положишь, уберешь, возьмешь эти? Да, я думаю, те нравятся. Те лучше, да? Да, у меня шарпи уже есть. Вот эти ручки просто изумительного качество. Они что-то среднее между фломастерами и ручками. Карандаши. 16,43 стоит. Мам, кошмар. 32 карандаша. Не, Никита, у нас такие уже есть, нам не нужно. Мама, а можно мне степлер и... Что это? На какой-то стороне такое есть? Магнитное. И
стиралка для... Вот для этого, для локера хочешь, да, стиралочку такую? Угу. Она не очень ли большая? Не надо ли тебе поменьше размером? Это самая маленькая. Самая маленькая? Ну возьми, если меньше найдем, то тогда это... Мам, тебе хватит этих двух магнитиков? Что? Я думаю, может быть. Мам, видишь, здесь еще наборы магнитные. Мне нравится, да. Смотри, какие классные, они маленькие. Это будут у тебя большие, что-то крупное закреплять. Но всего лишь два. Тебе нужно будет больше, скорее всего, записочек там прикреплять. Да. Бери вот эти что магнитики. Берем. Ничего себе, набор резинок. Гляньте, какой большой, сколько резинок. Ну, это для учителей, наверное. Да, для учителей. Одному ребенку это хватит на всю жизнь. Тяжеленная такая упаковка. Да мы это не знаем. Да, не знаю. Да, это, видимо, все для учителей, потому что, посмотрите, ножниц много, упаковка, стиралочки, посмотрите, какие классные. Это для учителей. Для учителей. Знаешь, есть привет, такие... Николя. Пеналы, посмотри, вон там классные есть. Коля, вот. Так, вот тут, смотри, классные. Где-то я еще видела. Вот тут пеналы. Посмотри все повнимательнее, выбери себе что-нибудь. Такой набор карандашей огромный. Нам, конечно, столько не нужно, но мне почему-то кажется, что они могут быть хорошего качества. Он очень большой. Тебе нужно, если какой-то пенал, то бери. Лиз, я тебе предлагаю купить вот такие карандаши себе. Какие? Механические, типа того, что Соня с Колей уже купили. Они красные и такой некрасивый. Но стержни обычные здесь будут. Мама. И посмотри, их здесь много. Это. Вот такой, да? Да. Такие новые такие. Интернет-карандаши механические. Они труднее их сломать. Прочнее карандаши, прочнее, да? Да? Ты хочешь поменять? Нет. Мне уже те есть. Такие берешь механические может, карандаши? Может, здесь резинки запасные. И да, это... стержни вау, запасные сколько есть. Так, Сонечка, смотри, какая это полка для локеров. Ставить байндер можно, книжки. Да ведь вот этим уже есть. Ты думаешь, этого хватит будет? Да? Это как-то я выглядит посерьезнее. Давай мы дома вот эту разберем, посмотрим. Если она окажется неудобной и маленькой слишком, то приедем, возьмем вот такую. А можем сразу вот такую взять и сравнить. Я не знаю. Я думаю, это вот практически такой размер. А, да, они практически одинаковые. Ладно. Ставь на место. Она стоит $5. Давай посмотрим, какие здесь ручки. Самые обычные $2. Так, дети, вам не нужны просто обычные черные ручки, всем по штучке. Как раз вас четверо. Не нужно? Ну, давай. Возьмем. Мама, я нашел настоящую циркуль. Да? Ага. Пойдем покажу. Потом, сыночек, сейчас мы давай вот тут посмотрим, что здесь есть. Хайлайтеры. Слушай, Сонечка, мы взяли черные. Может быть, синие вам ручки или черные? Какие чаще всего в школе используются? Черные, да? Хайлайтеры, самые обычные шарки. 2,54 вот за 6 штучек. Пожалуйста. Настоящий циркуль. Ты думаешь, он прочный? Ага. Соня, тебе, кстати, не нужен циркуль в этом году и транспортер? Я может быть... Что такое? Себе. У меня же нету нормального циркуля. Вот эти G-Tube, очень хорошее качество ручек. Что это? Это брошка. Это как будто бы кисточка, только не совсем. И что ими делать, этими ручками? Ну, рисовать. Это как будто бы кисточки на конце. Мама, я хочу такой цвет. Да. Сколько это стоит? Что, возьмем, попробуем дома? Давай. Так, вот здесь, короче, у нас есть всякие рюкзаки, но они, мне кажется, отвратительного качества, поэтому мы на них внимания, наверное, даже обращать не будем. Пушистые. Кошачьи. $13. Все удовольствие. Мы будем рюкзаки покупать в других магазинах. Единорог радужный. Вот мы пришли в тетрадки. Здесь можно найти спиральные красивые. Лисочка, тебе нужны спиральные. Вот такая яркая не нужна. Смотри, здесь есть еще с дельфинчиками. Ой. Только проверь, широкая линейка у них или нет. Так. С собачками есть. А, открой. Нет, ты просто открой и посмотри. А я не знаю. Широкая. Широкая. Лисочка, а вот посмотри получше.
что нужно, да? Широкая. Широкая линейка. Лиз, посмотри, какие есть цвета еще. Такой какой-то лавандовый прям цвет. Нет, это лучше. Тебе нужно 3 штуки. 3? У тебя уже есть дома одна, вот это, и еще одну выбери. Вот что-то из этого. Вот такую можно, такую, с собачками. Лень, они есть даже и голубые, и белые. О! И блестящие. Я все-таки хочу блестящие, все были. Еще пара. Мам, подержишь? Широкая, кажется. Угу. Вот такая вот, в виде пузырей. Класс. Давай мы их посмотрим, достанем. Мне кажется, в прошлом году что-то наподобие было. Ну, 3D. Уже. Да, это такие 3D тетрадки. Откуда это? Широкая линейка. Выглядит, как будто бы пузыри. Да. Давай ты сразу возьмешь все, какие тебе нравятся, а потом отберешь от них. Мама, я хочу. Мама. Тебе тоже нужна тетрадь? Мам, они такие красивые. Особенно бирюзовые. Такая. Просто обычные тетрадочки. Ой, глянь, какие красивые. Five Star, хороший бренд, который в Финмаре с вами всегда покупаем. Не будешь здесь брать тетрадки? Тебе нужны? А, ты уже взяла. Тебе нужно... Тебе, да, тебе надо общую. Вот. Вот этот цвет очень нравится. Такой прям... Даже не знаю ему название какое дать. Лавандовый. Он сиреневый. Сиреневый, думаешь, да? Да. Так, а что вот это за тетрадки здесь? Такие наборчики классные. Ну, это у нас получается уже картонка. О, гля, какие они внутри интересные. Без полей, во-первых, листки. А во-вторых, линии такие четкие. Это очень классная тетрадь. Тетрадки. Ну, Соня уже взяла, не хочет. Нет, это 5-6 штук здесь, а не для 5 лет. Так, давайте найдем композишн. Тетрадки обычные вообще. Соне нужны, Лизе нужны. Пойдем искать. Вот мы пришли в общие тетрадки. Посмотрим, что здесь есть. Лизочка, выбирай себе. Ого, тебе нужно 3 штуки таких. Короче, они все точно такие же, как и со спиральками все. Вот смотри, блестящие. Ты розовую блестящую взяла, да? Да, розовую. Ну, у меня такой нет. Давай поищем розовую блестящую, чтобы у тебя как набор был. Смотри, какой красивый цвет золотой. Золотой. Сейчас. А вот, погоди, вот она. Вот. Такую ты взяла со спиральками? Я не брала такую со спиральками. А какую ты взяла? Я пузыри так, и такую радужную картинку. Ага. Такую будешь со спиральками, да, брать? Да. Широкая, это уже хорошо. Здесь твое имя напишешь, какой предмет, расписание, любимые веб-сайты, имейлы, контакты здесь можно записать. Что на другой стороне? Здесь всегда по-разному все. Здесь у нас карта Америки, таблица умножения и переводить единицы измерения и веса, да? Смотрите, такос в испанском стиле тетрадочки. А здесь немножко по-другому все сделано. Расписание, имя, школа, даже линейка есть. Мне нравится то, что они такие золотистые. И плюс вот этот цвет лавандовый, сиреневый. Так. Здесь все то же самое, одинаково, да? Линейка, посмотри, здесь сантиметры, здесь винчик. Так, такую ты выбираешь, да? Она пластиковая, можно внутри посмотреть, есть что-нибудь там у нее? Узкая линейка и все, и пластиковая обложка, да? И больше ничего. Все, пусто, больше ничего. Какие-то цвета будешь набирать? Ой, какие красивые. Вот эти мне очень нравятся. И голубой, наверное, да? Если найдешь. Не знаю. Нет, там только розовый. Значит, я еще одну такую возьму. Еще белую? Ну да. А такую не? Ты же любишь такой цвет. Я знаю. Это круто выглядит. Так. Вот, Сонечка, я тебя нашла бирюзовую. А. Такую же будешь? Да. Ну-ка. Покажи, какой наборчик получился с тетрадок. Классные, да? Мне нравится. А как что? Блин, от Лизочка, тебе нужно еще вот таких 2 общих. Выбирай наборчик, чтобы у тебя был. Такие просто волнистые. Ну, красивые.
красиво, как будто кравкой. Смотри, вот здесь можно набрать, Лизочка. Вот такие просто. Есть с жирафиком. Такие с жирафиком. Вот какие есть. Смотри. Глазки. Видишь, как единорог и глазки приплеваются. Да, класс. Так, давай проверим, узкая линейка или широкая? Широкая. Широкая. Лиза вот такие себе выбрала. Да. Они и сзади тоже, да, переливаются? Да, сзади. Коля, листки тебе нужны? Ничего, нет. Так, Коль, тебе нужна широкая линейка. Сколько нужно упаковок? Вот пять берут, значит. Вот они, да? Лист поменьше какая-нибудь. Потому что я думаю, что слишком много. 300. Потому что это просто в классрум. Это покупаешь на всех. Ну, бери вот эти две пачки и хватит вам. Здесь остались ланчбоксы. Все мы взяли или нет? Давайте посмотрим, проверим. Мне нужен байндер. А, байндеры. Пошли искать байндеры. Вот они, всякие байндеры. Какие хочешь и не хочешь. Тетрадки. А, папки. Коль, вот ты хотел фолдеры эти, папки. Смотри, здесь есть красивые. Make some noise. Хорошие? Три холла должна быть, три дырки должно быть. А, есть. Вот они проделываются. Но они картонки, они быстро развалятся. Мне нравятся такие. Нравится? Это очень добротное, посмотри, 5-star. Не хочу тебя. Хорошо, не хочешь, все как хочешь, я не буду настаивать. Мама, ты не ставишь. Ну почему не вставишь? Так. Ну что, пойдем байндеры смотреть, Сань. Те 2 инча. Вот он, классный цвет. Ну, Зоне такой не понравится. В этом году впервые я вижу этот цвет. А, тебе голубой? Слушай, да, тебе нужен вот такой под цвет твоего этого. У тебя пенал уже такой есть. Так, все, что нужно. D-кольца, карманчики. Потом вот эта вот штучка, куда сюда можно будет вставить. Clearview, да, вот эта обложка. Такой будешь, да? Тебе достаточно или мы в Костку все-таки посмотрим? Костка там такой, который тебе был в прошлом году. Вот этот, да? Смотрите, у Сони будет все по цвету подходить. Соня любит этот цвет бирюзовый. Я хочу еще посмотреть, какие здесь красивые байндеры есть. Классные. Они такие приятные. Они все картоны. Из картонки сделаны. Ой, Соня, поможешь? А вот Clearview. Сонечка, смотри, только красивые. Знаешь, как сейчас? И тоже 2 инча. Бихапи. Падает. Нет, Соня? Нет. Хотя цвет есть твой. Один раз. Они, проложены такими этими бумажками, чтобы не царапались. А вот красивые. И они 5,46. Это вообще дешево для байндеров. Дешево. Для байндера это дешево. 5,46. Классные. Подожди, я гляну еще, какие здесь есть. Shine Bright. Так, ну да, и все. И только такие. Все, вставляй. Так, ну что, мы уже, наверное, много чего взяли. Ха-ха-ха, Соня меня бьет. Соня, зачем дерешься? Смотрите, какие интересные штуки продаются. Ланчбоксы. Я такие ни разу не видела, пластиковые. И там внутри много отделов всяких. Для печенек, для чего-то там йогурт налить. Сюда можно бутерброд положить. Здесь еще что-то. Вот. Видите, как удобно, да? Интересно. Единственное, что это пластиковое. Если было бы это стеклянное, то можно было бы... Хотя кто у нас? Никита, может быть, у нас еще будет есть школьную, это домашнюю еду, а все остальные школьную уже едят. Коль, ты будешь школьную еду в этом году есть? Да, конечно. Соня, ты будешь школьную еду есть или будешь ланчбокс? Я думаю, школьную еду. А это, смотрите, сумки для ланча. Вместо ланчбокса сумка. Она тоже термоизоляцию имеет внутри, такую вот прослойку. Такую с хвостом. Есть такая сумочка. Кстати, возможно, даже очень удобно. Вместо боксов сумки. Так, что, пойдемте, наверное, платить. Папа с детьми уже куда-то смылся. А что это? Сюда вставлять, эти нужно. А, сюда сверху, да? Да, если ты собираешь ниточки. Смотрите, такие добротные эти гвоздики. Сюда навтыкал, да? Да. Все, пойдемте платить. Мы идем на кассу самообслуживания, как всегда. Дети сейчас сами все будут проводить. Мы пришли. Мама, так, вот за все эти
причиндалы мы заплатили $111. Ну что, мы хорошенько сегодня опять закупились. Соне много чего купили. Почти все, да, Соня, мы тебя купили? Я думаю, все. Дома, когда приедем, покажем, как это будет выглядеть все у Сони. У нее в бирюзовом цвете, байндер ее, пенал, все вместе, папки и влокер. Полочку, вот этот набор, то, что мы купили, покажем. Как... Да, как это все будет выглядеть. Поэтому в следующем видео мы покажем обзор на то, что мы купили. А пока на этом все. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания!